Шикарная, очень выгодная цена на CSGO. Всего 298 рублей с копейками. Ссылка в описании. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Вы смотрите передачу «Бешеный олень». И начнем мы с выстрела от ФВ-215Б-183 в корму своему союзнику Waffentrager Е-100. Сносит ФВшка ни за что своему союзнику 1999 прочности и оставляет его шотным. Но на этом ФВшка не успокоилась. Она находит еще одну вафлю Е-100, выцеливает ей корму башни, стреляет и наносит кучу урона. Можно сказать, что эта ФВшка просто взяла и разобрала двоих своих союзников. А потом этот Waffentrager Е-100, у которого осталось один хп, пытается, в общем-то, отомстить ФВшке. Он выезжает, начинает стрелять ей в корму. И тут появляется еще один персонаж этого момента. Это Бачат. Он забирает вафлю Е-100. Даже он не разобрался в ситуации, просто взял ее и забрал. И потом ФВшка, еще самое интересное, стреляет этому Бачату. Но она наносит, правда, не очень много урона, но могла она гораздо больше нанести, там, если попала в корму. Но не в этом суть. В общем-то, Бачат понял, что зря он уничтожил вафлю, и теперь он ждет перезарядки для того, чтобы разобрать еще ФВ-215Б-183. Ну и понятное дело, у него это легко получится. Что нашло на этого безумного игрока на британской ПТСАУ, я не знаю. Скорее всего, он просто безумный олень, который, в общем-то, от рандома сошел с ума. И дальше посмотрите, что делает этот Бачат. Он, похоже, понял, что он натворил. Ну, хотя он не особо тут виноват, начала-то именно ФВшка, но в любом случае посмотрите на его забавный поступок, он начинает топиться. В общем, крутой бой, просто отличное начало. Следующий момент произошел с двумя артами, Су-14-2 и Лорейн-155-51. Задумали они недоброе, решили уничтожить своего союзника на ПТСАУ объекте 704. И стреляет Су-14-2, ваншотит ПТСАУ 9 уровня, которая, между прочим, тут топовая и существенно влияет на бой. И также Лорейн попытался еще выстрелить, видимо, по Т-69, но промазал. Вот такие вот бешеные олени. Я считаю, что именно арта, если она стреляет по союзникам, опаснее всего, потому что она, во-первых, может больше урона по союзникам нанести, а во-вторых, еще непонятно, откуда по тебе прилетает и от кого. Дальше Лорейн стреляет по Борщу и ваншотит его, минус 1100 прочности. В итоге два этих неадеквата уничтожили танк 9 уровня, ну вернее ПТСАУ, и ПТСАУ Waffentrager Борсик 8 уровня. Т-69, который стоял рядом, уничтожает со взводного эти хард на Лорейне. Непонятно, почему он именно этого со взводного уничтожил, а не именно тех, кто творил бесчинство. Но в любом случае, такая вот неприятная ситуация с бешеными оленями. И из-за этого слив. Все чаще в рандоме я замечаю, как ЛТ совершенно не умеют играть. Они просто едут в начале боя и сливаются. Но тут ситуация еще более худшая. Посмотрите, что делает этот светляк на ВЗ-132. Он не просто не хочет светить, он закрывает дорогу своему союзнику на МХ-50Б и не дает ему выехать. Делает он, естественно, это преднамеренно. При этом этот АМХ ничего ВЗшке не сделал. Он просто стоял, перестреливался, и ВЗшка начала его подпирать. Выехать АМХ, конечно, уже никуда не может. Но она отъезжает, пытается, понемногу сдвигает ВЗшку, но тут его засвечивают и начинают разбирать противники. В общем-то, этого и добивалась эта ВЗшка. В итоге АМХа уничтожают.
Но на этом этот легкий танк не успокоился. Он продолжает свои преступления игровые. Он подпирает Форша 155 и мешает ему играть. Ну, повезло, что в этом направлении противники не давили, и это никак на игре не сказалось. И ВЗшки, похоже, через минуты две примерно стояние такого стало скучно. И она уехала. Ну, правильно, когда не удается помешать играть своим союзникам, тогда нужно искать какой-то другой путь для того, чтобы повеселиться. Ну, ВЗшка решила, что пора бы искупаться. И ныряет в воду. Игрок на японском тяжелом танке ОИ начинает подпирать своего союзника, толкает его своей огромной массой. И даже забавно, что он заталкивает его на этот камень. Такая вот шикарная позиция. Но, в общем-то, суть заключается в том, что этот нагибатор 71 рус, именно такой ник у этого ОИ, просто так взял и начал мешать играть своему союзнику. В итоге этот тип 95 упал и раздамажил и себя, и этого ОИ. Ну и дальше тут начинается такая вот у них толкучка, разборки. Ну, понятное дело, виноват этот ОИ, потому что он неадекватно себя ведет. И потом еще они пытаются его пробить, естественно, нанести урона ему не могут никак. Он гораздо сильнее вообще, имба на 5 уровне. И этот ОИ уничтожает союзника, у которого больше всего ХП было. Потом он разворачивается и уезжает. Этот тип 95 будет стрелять ему в корму, но не пробивает. И в итоге этот ОИ приезжает вот на этот берег. И тут происходит еще одна интересная ситуация. Тут еще один ОИ, только фуловый. И он опять же будет уничтожать своих союзников. Вот, посмотрите, что делает другой японский тяжелый танк. Уничтожает сначала одного светляка, а потом и второго. Вот такие два японских неадеквата попались на Малиновке. Четыре ПТСАУ стоят на базе в кустах и просто снайперят. В общем-то, ничего необычного. Но тут ИСУ-152 сдает назад, резко врезается в Е-25, после чего немецкая ПТ-шка начинает стрелять по ИСУ-152, и совзводный ее тоже на Е-25, который играет, начинает тоже расстреливать ИСУшку. В общем, конфликт произошел на пустом месте, и эти Е-25, конечно, зря начали стрелять, и ИСУ-152 все-таки не выдерживает и наносит огромный урон Е-25. Все-таки это БЛ-10 у нее. Совзводный приезжает, начинает блокировать сзади ИСУ-152 и ввязывается также во все это ИСУ-152, который пытается отодвинуть шотного Е-25. Второй Е-25 выстрелил по сушке, и та ему ответила и сваншотила его с одного выстрела. ИСУ-152 уничтожает Е-25. Казалось бы, на этом все закончилось, но нет. ИСУ-100, который стоял чуть дальше, начинает стрелять по ИСУ-152, наверное, из-за того, что он голубой. Сушка пытается спасти своего нового товарища и начинает выцеливать ИСУ-100. Та, в свою очередь, уничтожает ИСУ-152, игрок стреляет, но мажет. На этом, в принципе, все закончилось из-за какой-то фигни. Просто взялись все, посливались, друг друга поубивали и рады, наверное. И напоследок хотел бы показать вам вот такой вот момент на танке AMX-50-120. Где в корму союзнику стреляет ИС-8 и наносит ему урон. Ну, вот такой вот бешеный олень на ИС-8 с ником Тёма-784, которому, видимо, не нравится игра, поэтому он решает, что гораздо интересней убивать своих союзников. Ну, по крайней мере, они отпор не всегда дают.
Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.